Победители конкурса «Одинцовский соловей» отстаивают честь района на областном фестивале «Юные таланты Московии». А для некоторых открываются совершенно новые возможности. Так, обладатель гран-при по итогам прошлого года Эммануэль Турецкая получила приглашение выступать с Одинцовским эстрадно-симфоническим оркестром. Это большая честь и ответственность для девочки. Очень нервничаю всегда. И я думаю, что если много конкурсов, то каждый раз выходить на сцену становится уже, ну, менее страшно. Вероника Туфилкина за последние годы добилась высоких результатов в вокальном искусстве, на счету певицы, победы в серьезных конкурсах и фестивалях. Она уже не представляет себя без музыки. Я не представляю себя без музыки, вот если честно. Потому что музыка – это, ну, это мое все. Мастерство юных вокалистов поражает. Дети серьезно подготовлены к конкурсу. С каждым следующим номером жюри все сложнее выбрать лучшего из лучших. Хотелось бы сегодня увидеть каких-то ярких исполнителей, которые смогли бы поддержать славу нашего Одинцовского района. Более сотни заявок было прислано на конкурс «Одинцовский соловей». Вокальное искусство за последние годы приобрело популярность. Научиться петь мечтают многие, но удается добиться высот единицам. Для них этот фестиваль – новая ступенька на пути к большой сцене. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».